Данное видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, Unit 6, часть 6, Section 1, раздел 1, Exercise 11, упражнение 11. Read a fairy tale. Answer the question. What did Father Elephant buy for his son in the shop? Прочитай сказку. Ответ на вопрос. Что папа-слон купил своему сыну в магазине? Сказка называется Baby Elephant and His New Clothes. Part 1. Father Elephant and Mother Elephant lived in Africa and they had a little baby elephant. One day, Father Elephant came home and saw that his dear little baby elephant was sad. And Father Elephant asked, "Why are you sad, my little baby elephant?" Baby Elephant said, "Oh, Dad, I want to play in our school football team. But my socks, t-shirt and shorts are too small and I can't put them on." "Don't worry, my dear," said Father Elephant. "I'll buy you nice new clothes." They came to Mrs. Lion's shop. "Good morning, Mrs. Lion," said Father Elephant. "Good morning, Mr. Elephant," said Mrs. Lion. "Can I help you?" "Have you got any nice socks for my little baby elephant? I want to buy him some new socks," said Father Elephant. "All our socks are too small for your baby elephant. But wait a little, and my little lions will make him new beautiful socks." The little lions made nice new yellow socks for baby elephant. Then Father Elephant paid for the socks and put them on baby elephant. Baby Elephant was very glad and he asked, "I like my new socks very much, thank you. Let's buy you a new t-shirt and shorts now," said Father Elephant. So they went to Mrs. Tiger's shop. Переведем эту сказку на русский язык. Слоненок и его новая одежда, часть 1. Папа-слон и мама-слониха жили в Африке, и у них был маленький слоненок. Однажды папа-слон пришел домой и увидел, что его милый маленький слоненок грустит. И папа-слон спросил, «Почему ты грустишь, мой маленький слоненок?» Слоненок ответил, «О, папа, я хочу поиграть в футбол в школе, но мои носки, футболка и шорты слишком малы, и я не могу их надеть». «Не переживай, мой милый», — сказал папа-слон, «я куплю тебе новую красивую одежду». Они пошли в магазин миссис Львицы. «Доброе утро, миссис Львица!» — сказал папа-слон. «Доброе утро, мистер Слон!» — ответила миссис Львица. «Могу я вам помочь?» «У вас есть симпатичные носки для моего маленького слоненка? Я хочу купить ему новые носочки!» — сказал папа-слон. «Все наши носки слишком маленькие для вашего слоненка. Но подождите немного, и мой маленький львенок сделает ему новые прекрасные носки!» Маленький львенок сделал красивые, новые желтые носки для слоненка. Тогда папа заплатил за носки и дал их слоненку. Слоненок обрадовался и сказал, «Мне так нравятся мои новые носки! Спасибо!» «Давай купим тебе новую футболку и шорты прямо сейчас», — предложил папа-слон. И они пошли в магазин миссис Тигрицы. Теперь нам осталось лишь ответить на вопрос, What did Father Elephant buy for his son in the shop? Что же папа-слон купил своему сыну в магазине? Father Elephant bought nice new yellow socks for his son. Папа-слон купил симпатичные новые носки сыну. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и на группы в социальных сетях.